«То, что творит Молдова, похоже на геноцид народа Приднестровья». Это цитата из России. Автор – член Совета при президенте Путине по национальной политике Владимир Хомерики. Он же глава Конгресса национальных объединений России. Говорит о давлении Молдовы на ПМР. Известный политический и общественный деятель считает, Россия должна защитить соотечественников. В Приднестровье живут более 200 тысяч россиян. Говорит Молдова, конечно, это больше уже похоже на геноцид народа Приднестровья. Если они считают Приднестровье, приднестровцев своим народом, то они поступают очень жестко и нарушают все законы международного права. Я считаю, что приднестровцы, как никто, заслужил того, чтобы жить самостоятельно, чтобы жить экономически в достатке, а то, что сегодня творит, конечно, Молдова, это должно быть осуждено во всех международных кругах организациях. Это Россия должна принять соответственные меры, так как мы хотим или нет, там более половины населения граждан России, это вся ответственность лежит на нас, на россиянах. Я знаю прекрасно эту республику, этот прекрасный народ, я его очень люблю, уважаю, и я думаю, что Россия должна принять стратегические меры для того, чтобы и не допустить это, и наказать тех, кто бесчинствует. Кишинев ущемляет права всех приднестровцев, неважно, какой они национальности. Накануне на митинг в Тирасполе вышли порядка 50 тысяч человек. Были лозунги на русском, молдавском и украинском. Главное требование к Молдове – немедленно прекратить блокаду.